Так, ребята, я вас всех приветствую. Начинаем наш очередной проект. Это Aodus 1000. У нас квадроцикл, литровый мотор. Обычная версия, не MatPro. Как обычно, я уже рассказывал неоднократно в наших видео, клиенты предпочитают брать квадроцикл не MatPro версии, а вот такой самой дешевой минимальной комплектации, чтобы потом на эту разницу доработать его под себя крутыми допами, которыми нужно индивидуально под себя. То есть на эту разницу между MatPro и обычным человек может поставить вынос, шнаркеля, доп-свет, обклеить пленкой с индивидуальным дизайном, выбрать резину, которая нужна ему и так далее. Поэтому, значит, начинаем вот такой вот проект. Здесь будет минимальный проект, небольшие доработки. Здесь, значит, у нас будет пленка с индивидуальным дизайном, будет обклейка, она вот уже сейчас идет у нас в процессе. Будет вынос Trophy Pro и будут установлены шнаркеля ROG от BRP. Также будет установлена балка доп. Света. Все, на этом, в принципе, будет такой минимальный проект. Потом владелец со временем, возможно, доработает это. Смотрите, у нас вот идет процесс обклейки. Квадроцикл белый, поэтому подобрали пленку вот в таких вот цветах. Она серая, бело-черная. Очень хорошо. Вот здесь красные элементы. Они, в принципе, вписывают, потому что здесь на защите рук красный и на выносе будет красный. В итоге будет смотреться отлично. У нас уже практически вот морда вся обклеена, да? Остались только вот эти части. Боковые вот эти. Обклеено, все обклеено. После того, как мы это все дело сейчас обклеим, будем уже снимать пластик, доставать радиатор, устанавливать вынос, шнаркеля и доп-свет. Вот у нас здесь вот такие вот листы, как я уже показывал вам в предыдущих видео, вы все это видели. 4 листа с элементами. Отклеивается один элемент, и дальше у нас наносится на квадр. Дальше все разглаживается, проходится феном и так далее. И после этого квадроцикл должен постоять 3 дня, чтобы хорошо все приклеилось в теплом помещении. Сейчас у нас наклеивается вот этот элемент на перед. Вот так вот все наклеивается. Потом проходится феном, разглаживается. Вот. Начинаем, в общем, как обычно, с обклейки, чтобы потом ничего не мешало нам снять, например, пластик, установить вынос и так далее, чтобы потом не подбираться. Мы сняли передние и задние багажные площадки, чтобы был везде доступ. Потом уже будет стоять вынос, это будет делать неудобно. В общем, сейчас начинаем обклейку. Сегодня вечером мы ее заканчиваем. Дальше будем устанавливать допы. Завтра вам все это дело покажем. И потом обязательно финальный внешний вид, все увидите. Так что не переключаемся, обязательно досмотрим до конца. Так, ребята, смотрите, значит, Aodus у нас обклеенный, все. Значит, второй день над ним работы. Значит, разобрали полностью, как обычно, мы квадрик. Вот так вот выглядит Aodus без боковых, без панели, без бокового пластика и без переднего. Вот у нас так все это дело выглядит. Тут такой большой радиатор. Смотрите, сейчас наша задача. Мы слили антифриз, вытаскиваем радиатор. И дальше готовим все под вынос. Вставляем его в вынос, удлиняем шланги. И дальше ставим вынос. Следующий шаг у нас подготовка магистрали шнаркелей. Готовим все магистрали, сапуны и так далее. Все выводим под приборную панель, все сапуны. Готовим шноркель ROG. Совмещаем его с приборной панелью, как это делается на BRP. Выход вариатора, вход вариатора, вход воздуходвигателя. Все помещаем в этот ROG. И у нас будет все аккуратненько, красиво смотреться. И не попадет вода в бродах, в грязи и так далее. Вот с чего мы начинаем. Далее мы здесь будем устанавливать доп-свет. Далее мы сделаем следующее действие. Наденем хомутики на передний кардан. Дальше мы сделали клапан бака, бензобака.
Дальше мы сделаем полную протяжку квадроцикла. После этого мы все проверим, прокатимся, протестируем в разных режимах, чтобы не было воздушной пробки. Проверим работу всех узлов, как работают шнуркеля, как работает система охлаждения. И покажем вам финальный внешний вид. Так что сейчас вот в таком состоянии квадроцикл. Не переключайтесь. Доведем его до ума, все вам покажем и отдадим перед Новым годом владельцу. И владелец в празднике будет кататься, кайфовать и получать наслаждение. Итак, друзья, вот он, финальный третий день работы над нашим квадроциклом Аодос 1000. Значит, к сожалению, не удалось мне заснять финальный этап работ. Уезжал на доставке перед Новым годом. Суета. Как сами понимаете, всем надо успеть отдать технику. Заснял я процесс оклейки, первоначальный этап, как мы там разобрали его и так далее. Но все эти видео, как мы прокладываем шнуркеля, установку выноса, обработку вот этой электрики, предпродажная подготовка и так далее, подготовка к эксплуатации, это все есть в предыдущих роликах. Можете посмотреть, там все более детально. Одосов сейчас делаем очень много, большое количество обращений, поэтому в конце этого видео вылезет ссылочка на проект по Аодосу, и там полностью показано. В итоге что мы имеем? Это Аодос 1000 обычной конфигурации, стандартный, и на нем сделана, значит, вот такая вот оклейка, пленка, индивидуальный дизайн, изначально он белого цвета, поэтому такая вот у нас пленка красивая, смотрится офигенно на самом деле вживую. Очень круто, бомбически смотрится. Поэтому получилось вообще супер. Нам очень нравится. Кофр уже стоял у человека. Вот. Что мы сделали дальше? После обклейки. Установили вот такой вот вынос Trophy Pro. Клиент выбрал без площадок. Существует две версии. С металлическими площадками по бокам и без. Разница небольшая, 3000 рублей. Ну вот человеку не нравятся эти площадки, но нам... Очень нравятся они. Кажется, что как будто все цельная, целиковая конструкция. Тоже есть в предыдущих видео такие вот примеры работ. Также была установлена наверх балка Аврора 100-ваттная. Отличный, офигенный свет. Теперь можно ездить в темноте спокойно и кайфовать. Шноркель Рок от BRP. Вот, был установлен. Также здесь был проведен комплекс работ по подготовке к эксплуатации. Было проведено ТО, так как квадроцикл имеет пробег, произвели сразу ТО. Значит, здесь мы вот дополнительно вывели все сапуны под приборную панель. Клапан бака сделали, поставили хомутики на передний кардан. Далее мы сделали полную протяжку квадроцикла, схождение проверили. И теперь он уже оттестирован. Катался я на нем около 30 минут в разных условиях, по полям, погонял по дорогам на разных передачах, в разных нагрузках. Проверил, чтобы не было воздушной пробки нигде и так далее. Квадроцикл, ну как бы сказать, полностью готов. Все, мы его выдаем клиенту. Завтра с утра осуществляем доставку в Малаховка, Московская область. Вот такой вот квадрик на выходных. Уже на праздничных днях будет радовать владельца. Еще раз со всех сторон сейчас вам покажем, как он получился. Вот так вот сзади у нас он выглядит. С другой стороны. Вот такой вот. Вот такой вот шноркель Рок. Большой радиатор, как вы уже видели. Вот так это все дело спереди выглядит. В общем, на этом, я думаю, будем заканчивать данное видео. Напоминаю еще раз, для тех, кто хочет обратиться к нам в сервис по доработкам, по тюнингу. Если вам нужен тюнинг любой сложности, установка доп. Оборудования, ремонт любой сложности, в том числе коробки, редуктора, переборка двигателей, подвеска и так далее. Все, что связано с квадроциклами. Например, Аодос, Стелс, РМ, ЦФ и так далее. BRP. Пожалуйста, звоните. Все телефоны внизу в описании под каждым нашим роликом. Есть наш сайт, наши телефоны. Можно писать Инстаграм, можно ВКонтакте написать, можно Телеграм, можно Ватсап. Пишите, звоните, подскажем, рассчитаем для вас индивидуальный проект и подготовим под ваши задачи любую технику.
Всем спасибо, друзья. Всех с Новым годом и до новых встреч.